Здравствуйте. Пришел я в эту старую новую насосную. Тут мастера ее, неправильно программировали туда-сюда. Значит, начали и по-нормальному выставлять все эти КМы. Ну, а чтобы это все сделать, надо, чтобы эти задвижки засовывающего трубопровода и напорные держало. Хотя бы были закрыты хоть немного. Но начали крутить. Естественно, сальник тут, блядь, потек нахуй. Ухо, если что, не я сломал, было сломано. Ну и, короче, что, надо перебить сальники. Ну и, возможно, пытаемся что-то сделать, чтобы этот болт держался здесь не на проволоке. Для начала сейчас солью воду. Ну что, берем наш хирургический инструмент. И начинаем выковыривать. Вот. Как бутылку с вином откупоривать. Что-то тут, блядь, пакля подмотана, ебаная. Тут даже не набивка. Конечно, тут обычный лен стоит. Короче, хули тут снимать. Вот так, по чуть-чуть. Да, это лен. Ну и как обычно. Видите, вода приятно не стекает, а не стекает под электрический шкаф. Ну вот так вот, болгаркой здесь подпилил, и этот болт я ставил, сальники перебил, вроде держит здесь, здесь, ну еще там на той задвижке, насосная в автомате, походу нужно идти домой. Чуть не ушел. Вводные задвижки, блять, кто откроет. Ну все, после такой разгрузки труб, сегодня понедельник, самое то было, работа нормальная.